играть. Не, если честно, Соло примерно как Селесин, суперскилловый герой. Он умеет прыгать, ставить... У него же это всегда, когда ты чаржишься с Ешки и жмешь во время этого кушки, типа он крутится потом вместо кушки. Ну да. А вот что мы сейчас делаем, интересно? Отдаемся? Первое правило соло-ранкида до минуты 30 стой под башней. Да. Слушай, может отгоним Yellow Star назад? Я не знаю, дай вот нам. Ладно, пойдем танковать лицо. Не, просто я видел их не... Я думаю, их там 5. Короче. Есть там горе пошел. О, не надо. Я просто знаю, что там собирались драться, но у них там Ренингтон, Олаф, Анечка, Люцен, который тоже из Z, в принципе, неплохо дал бы. Задумки от горя. Завардишь меня куда-нибудь? Я не понял, что если 0-5, ну, 5-0 не сделаем на первом левеле, то хреново. Что это? А если нам? Да. Если 5-0 не сделаем на первом левеле. Да, не очень. День, как же тяжко тебе занесло первую игру. Куда ты потащил? Черт. Если Олаф придет меня и найдет, я умру. Почему? Не знаю, потому что так обычно случается. Олаф сильнее меня намного. Нет, Крип, нет! Блин, можно тебя спросить, почему называется Сосо? Зачем я приду на твой лайн? Откуда ты узнаешь? Это шикарно, он отказает. Не расстраивайся, он не все игры сосёт. Все игры так делают. Вот тут рулетка. Вардил? Нет, не знаю. Вообще нет, не отходил. Давай поматросим его чуть-чуть. Дарин. Ты там, блин, дышу. Я был слишком далеко. Да забей, я пол хп ему снес. Мы, кстати, можем запушить и прогуляться куда-нибудь. Да. Ай. Слушай, там пидор дофармил свой четвертый. Да. Не, он все забрал. О, кстати, он залоханулся. Нифига там Бори зажигает просто. Конечно же, запушить в дерьмо. Чё, тебе ещё прийти поматросить? Нет. Ну, хоть, не знаю, нет, глупо как. Ну, там мид, там. Да, я вижу. Слушай, этот гей пошел что ли на мэ? Сгори же, пидор. Офигеть. Ну конечно, наш же чувак не стал ничего тратить на него. Так, Гнайт прокинул, побежал. У нас уже 2-0.
У нас Боря там зажег. Борис Бритва, который? Боря решит ваши проблемы, не бойся. Проблема с УСО? Проблема это трендеры на 20-й. Пиздец, там чуваки просто не ушли под 10-ю вышку рыбачить. Щет, бля. Сколько за засу не играешь, ты меня марш. I'm doing this my way. Что ты хочешь от меня, проклятый пидор? Блин, на тебя как-то напали. Да, у меня сейчас на меня что-то напало какое-то чудовище. Чудовище сверху быкнулось. Сколько чудовища кулдаунов ты обычно? 80, я думаю, на первом где-то. Такие вопросы задаешь разные. Куда я знаю? Ты же играешь с чудовищем. Блин, у меня не помню, сколько у него льда, она вообще по КД откатывается. С этим. Если по КД откатывается, то я понял. Не, вообще чудовище говно. Ну, против меня печальный пацан стоит матросом, не знаю. Что, я могу прийти на пидорасе чудовище? Вообще, в смысле? Сильно. Ну, хотя, в принципе, у него ульты нет, не знаю, может попробовать. Могу понаглеть, если хочешь. Давай. Пизди его чуть-чуть. Ты в мою ульту можешь свою ульту сдавать. Я знаю. Так, ладно, это забей. А нет, не забей. Да пиздец, он какой-то вообще человек. Да он тут сыт что-то, я не знаю. У него уже есть. Ну да, скорее всего. Офигеть. У них в лесу, походу, варды стоят. Да? Че, там чел убиваешь, что ли? Нет. У меня просто чувак там зет убежал под третью вышку, чтоб не сдохнуть. Ох, шит, там еще и стан есть, неплохо его гамбули. Продолжим наше дело. Дэмон, результат у меня тут стоит. Вообще наглеет нагло. Я не знаю, что, что давишь? Я могу тут идти. Да, меня тут давит, охренеть просто. Не знаю, там глупо. Мы ничего не сделаем. Дай мне бэкнуться лучше. Дарит! Да, она ничего не делает. Что тут вообще делает эта шлюха?
Я не знаю. Я не ожидал ее сзади, вообще, я не ожидал Анечку просто. Я бы, блин, не знаю, сразу бы отблочился бы. Но просто не ожидал сзади Анечку. Зои любит Тварь, но еще моего мидера прихватило по дороге. Ну, у них, возможно, ингибитор скоро попадет за это. Да, у них там внизу проблемы какие-то. Блин, этот парень просто нереально рискованный какой-то. Ну знал, что на нем пассивки что ли зато нет? Чё? Double kill! Можно его наебашить. Да пиздец, он сыкливый, это просто какой-то. Там ТП есть наш? Забей, забей. Хрен узнает. Я уже побежал бить ему лицо. Мидер где-то бродит вообще. Их? Только что ж фармил. Наш где-то бродит. Нет, это фиговая идея. Давай прыгни на него. План? I don't need a plan. Давай хукай. Sometimes you gotta make the door. Ого, там молов, пойдемте дракона. Чуть не понял. А там дракон нет уже. А где дракон? Не знаю, кто-то пропал. Ой, блин, the fuck. Черт. Надо было уходить в другую сторону, но я так. Блин, хочется какую-нибудь фигню поделать. Пошел сдохну. Блин, там Анечка была. Анечка слишком сосо печален против этих флешей. То есть не флешей, а прямых станов. Можно оставить мне, блядь, крипа? Да. Команда говорит, что нет, Генш. Можно заменить нашего Эдокерина? Я бы тур не оставил. Это он должен тебя оставить, я бы не оставил. Блин,
Да, вот если ты поддержишь топ, то я куплю боттер. О, господи, а если я не подержу, купишь что-нибудь нормальное? Нет, кол закушиваю. То вышка падет. Можем убить его теоретически, но очень много времени. Кого-то даймонд я нашел. Давай ульти у него. Да ты будешь ультить у него, Дарин? Я ультанул у него! Да? Да! Не ультанул у тебя, не на кулдауне. И это была твоя ульта? 100% ультанул. Чё там кто видит? Дарин, у тебя ульта не в кулдауне. А я тебе говорю в кулдауне. Да, ладно. Тогда. Стрим запустить, я не понимаю. А я тебе говорю, мы его поближе пододвинем. Запусти меня, просит. Офигеть, шакалы. Ну, первый раз Сусон вообще не получается. Че, да, ему дощутил кто-то вообще Сусон? Сусон, да. Почему он Сусон? Ну, он пока не особо Сусон. У него ульта почему-то в кулдаун не уходит. У него вообще все скилы в кулдаун. Не, я реально ультил, не знаю, может. Она готовится или погорят. То есть, ты не видишь этого. Офигеть, там манечка. Может, сюда пойдешь еще? Вот. У меня 22 секунды до утра. Что там не запушил еще? Дай ему. Блин, ну вообще он суковый такой, вообще жесть. Это не человек, это. Да я. Блин. Ладно, пойдем отсюда. Ты зря. Ты видишь, что там идет вообще? А-а. Ну, блин, это Анечка достала вообще. Да это пиздец вообще. Зря не пошел. А, у тебя тоже там это айтмы. Классные. Да. Думаешь, почему мы ему хоть что-то не доможем? Блин, я думал, у вас уже 0.20, а у вас 5.5. Чё за фигня? Блин, ну зато чувака там подкинуло, блядь, просто ногу. Я опять забыл, да, что я могу прыгнуть, когда ты с кушки ударишь. Бьёшь. О, смотри, что появилось. Анечку уже достала просто, откровенно. Чё она везде бродит, сучка? Летняя. Синий баф еще есть. Ох, ёбаный. Пиздец там дэмэджи. Сомнительно, какая-то идея помогать этому пацану. О. Интересно, он знает, что тут красный есть? Блин, да для чего же он так больно бьет, это вообще жесть. Ты что, опять что ли Анечка какая-то бегает? Просто непонятно вообще. Да это пиздец, Дарин, она просто везде! Она просто реально везде, вот что это, что она могла делать просто у моего красного бафа? Да, вот у меня такой-то падла, почему-то под моими таурами. Ну то есть стиль убьем его. У меня правда ульты нет. Сейчас её потратил. Он там каких-то просто на каких-то нереальных шестых чувствах играет. Ох, еще на фижине дерьмище. Ооо! Это вообще жесть, Дэн. Это просто, знаешь, какая-то подстава. Ты просто вардишь, может, маленько уже бежит.
Да, мы, кстати, мы забьем крокодила. Да. У меня 20 секунд еще ульта. У меня она есть. 15. Это что вообще? О боже мой. Этот парень тут не бэкнулся, просто жесть. Он там специально думает, что он реально там под защитой Аничи. Да, мы добрал мы-то. Он еще по вышку подошел. Вот он реально Аничка до сих пор стоит. Блин, я все на него. Вряд ли подогнал. Это знак. Офигеть, Дарья. Там нет Анечки. Я иду. Я иду. Ой-ой-ой, там есть другой чел. Да, он меня ультой зажарил. Ого. Наша? Не знаю. Блин, я не знаю, меня Настя добила ультой. Написано 40 дэмэджа ульта Рингтона. И сейчас он фаер 20. Начать. Да я пытался его откинуть подальше ультой. Хотя могло еще красным каким-то. Вроде выигрываем, но у нас что-то Декерри ничего не делал вместе с саппортом, кроме как бот фармили. А их нянечка уже достала. Там, кстати, синий респаунул. Или не респаунул, непонятно. Я не знаю, что Диана делает, но она явно не хочет его чек. Не, она его чекнула кушкой, но... В смысле, было бы видно. Если что, пацаны на меду затеяли. Явно не веришь, что там есть Анечка, слышь, офигеть. Я бы на их месте уже бежал оттуда. О! О, где Даймонд, она есть! Где она вообще, блядь? Я просто поражаюсь с того, что эти люди делают. Забей, не заберут эту хрень, никогда в жизни. Да не, они не забирают 100%, но кто там забирает? У Зеда нет ульты. И у Ванечки, скорее всего, нет тоже. Хотя я не знаю, да, нету. Прикольно, что Джинкс сосет улицу Анны. Да? Ага. Ещё я пройду. Ого. Я все равно пошел за Люцианом. Сейчас Люциана нет. Да, он обошел меня. Там у них синий, кстати, есть. Да, я знаю. Блин, у меня опять в 1-4. Жесть. Блин, сейчас Зет еще с какой-нибудь стороны с Анечкой зайдет. Не, Зет на топе, Зет на топе. Да? Да, там дракон скоро. Ну, кстати, реально. Да. Вот он, пойдем быстрее, у меня нет смайка. Лапыки, закрепить кота в пульту. Опять она. Просто жесть. Э, где моя... Где я вообще, я не понимаю. Я думал, я уже могу на нее с ульты прыгнуть. Но... Короче, пойду топ закрепку, не знаю, ульты. Слышь, это нормально вообще? Блин, почему ты у меня в стене?
Я его могу после ульты ультануть или кого-нибудь. Вот, например, вот этого чувака. Ого, там куда понеслась. Ого! На что там? Слышь, он фармит нашу штуку. Нашу точку. И, кстати, мы можем, у меня даже смайк есть. Ты чё там пошёл, интересно? Толов идёт. Он с гастом. Похуй, убиваем. Что так замедляет в этом жизни? Да скоро у него закончится эта хрень, я думал, он когда-то сказал, сказал. У него еще рандуин, офигеть. Как говно, надо бэкаться, у тебя артефактов нет. Да это говно бежит, блин, без маны ничего нету. Хочет мой фарм добрать. Как же сосой без фарм? Сосой без фарм вообще не роняет. Слышь, тут Зет хочет ду... О, нет, я его посмотрел, а выйти. Вообще, я с ним справлюсь. А, там 1700, мне нужно было на рандуин 4 канал. Ну, ладно, вордов больше захочу. Иди сюда, пидор. Я иду, Дарин. Гад. Думаю, вполне можете ваншотнуть на халяву. Пойдем поищем что-нибудь. Не, нас сейчас обгонят. Блин, не надо туда идти. На 16-й теперь. Уже команде. Я не хочу туда врываться, меня там сразу снесет с моими мечами. Тебе мечи смерти просто своей. Я могу еще вот как сделать, смотри. Офигеть, у тебя еще была одна? Да и почему твой герой как-то безудержно прыгает? Вообще, я сосой баланс, когда у него команда фигарит. Он тоже может убить. Наконец-то, просто такое ощущение, что это первая победа, блядь, последняя.